Меня зовут Тина Ливинс. Я хочу представить вам свою работу. Называется она «Голубая жемчужина дракона». Это картина из серии картин «Жемчужины драконов». В Японии есть предание о том, как Всевышний для поддержания равновесия во Вселенной создал жемчужины, раскидал по разным частям света и поручил драконам стеречь их. Драконий жемчуг имеет невероятную силу, оберегает своего хозяина и исполняет любые желания. В природе существует 7 таких жемчужин, и для обретения могущества необходимо собрать все жемчужины вместе. Это некая фэнтези в стиле эзотерического сюрреализма. И данная работа, которую вы видите, это вторая работа «Голубая жемчужина». Всего их в будущем будет 7. Я не имею профессионального художественного образования, а всю свою жизнь занималась просвещением детей и взрослых, руководила компаниями, занималась разработкой и реализацией проектов по экологии в России. Вот уже 18 лет изучаю различные духовные практики. Если вы хотите увидеть продолжение, приглашаю к себе на страничку в Инстаграм.